Ты мой самый любимый брат, Люцифер. Я сделаю все, что ты захочешь, чтобы с тобой дружить. Тогда снимай кофту и иди ко мне, Ная. Хорошо, а что мы будем делать? Узнаешь. Только никому никогда не рассказывай об этом, Ная. Ну, почти все. Теперь все будут знать, что ты настоящее отродье. Что? Но что это такое? Это метка низших существ. С такими не общаются и даже не подходят близко. Но... ты не мог так поступить со мной. Я? Ты издеваешься. Я тебя ненавижу и всегда буду ненавидеть. Тебе не место в нашей семье. А если покажешь матери, тебе конец. Дочка, как у тебя успехи в школе? Ты уже нашла друзей из демонов? Мам, я хотела у тебя кое-что попросить. О чем, родная? Можно мне, пожалуйста, побольше таких кофточек с длинными рукавами? Они такие классные. Конечно, солнышко, что за вопросы? Сегодня же пойдем и купим. О, ты, кажется, новенькая. Привет, а я Пейтон. Привет, а я... А она отродье. Эй, отродье, а ну вытри мою обувь. Давай же, я вижу здесь еще одно пятно. Что тут происходит? Я жду, сестренка. Люцифер воспитывает свою сестренку. Но это неправильно, он не может так с ней обращаться. Заткнись, Кэти, ты забыла, где мы живем? Это ад, Кэти, здесь все можно. Еще раз увижу, что ты общаешься с кем-то, ты пожалеешь. Я поняла, братик. Вот и умница, Ная, не заставляй меня злиться. Эй, ты в порядке? Слушай, ты не должна ему позволять так с тобой обращаться. Привет. Ой, а мы, кажется, не знакомы, я Кэти. А я Ная. Да я уж знаю, про тебя вся школа говорит. Но ты все же подумай над моими словами. Ты права, я не должна ему позволять так обращаться со мной. Но я просто думала, что мы когда-нибудь станем семьей. Семья и Люцифер – это разные понятия, Най. Он из тех, кто вообще не умеет любить. Эй, Найка, привет, слушай, тут такое дело. Я хотел пригласить тебя на вечеринку. Что, на вечеринку? Да, да, обещаю, будет весело, тебе понравится. Хорошо, я подумаю. Ну и отлично, я скину тебе адрес смс-кой. Приходи, Най. А вот это уже не твое дело. Совсем. Отстань от меня, Люцифер, просто отстань. О, какие люди, ты все-таки пришла? Ага. Ты такая красивая, Найка, я сейчас с ума сойду. Кстати, а вот она, Амалия. Привет, Ная, привет. Мы все тебя рады видеть, Ная. Иди сюда. Най, может, потанцуем? Хорошо, давай. Как здорово, Ная, что здесь нет твоего братца. А вы что, не пригласили его? Да еще бы, кто же осмелился бы его не пригласить? Просто, видимо, он занят со своей новой девушкой. Ну да. Какого хрена? Люцифер, зачем ты пришел? Какого черта на ней метка? Че, серьезно? Ребят, вы чего? Это ведь я, Ная, мы же дружили. Уйди от нас. Да, Ная, уходи. Пейтон? Убирайся отсюда, Ная!